В Алматы более 50 полицейских династий посвятили себя служению в правоохранительных органах, в том числе и семья Рамиевых. По стопам отца бывшего командира СОБР, ныне офицера в отставке, пошли сразу двое детей. Такие понятия, как патриотизм, честь и служебный долг, для них не просто слова, а яркий пример. За все это время общий стаж работы в этой семье достиг почти 60 лет. Аида Иманали продолжит. У главы семейства Мухаммедбая Рамиева богатый опыт работы в полиции. В течение 32 лет он от командира взвода смог подняться до командира СОБР. Сейчас мужчина уже на пенсии, у него есть внуки. Офицер в отставке не понаслышке знает об испытаниях, трудностях и опасности на работе. Когда-то во время службы он потерял товарища. Затем решил взять двух его детей на воспитание, помимо своих четверых. Эта работа не из легких. Я никогда не заставлял своих детей продолжать мой путь. Однако, увидев, как они увлекались моей работой, я в глубине души, можно сказать, и радовался. Я поддержал их в начинаниях. Ведь особая гордость для родителя, когда дети продолжают начатое тобой дело и достигают больших высот в профессии. Самое главное – работать честно. Айжан Рамиева – продолжатель династии полицейских. Вот уже 21 год она служит в правоохранительных органах. По ее словам, понятия вроде патриотизма, чести и выполнения служебного долга в их семье не просто слова. Они становятся живым примером. Для алматинки ее отец с самого детства был кумиром, и стать подобной ему – ее большая мечта. Это была моя мечта – носить погоны, именно форму, осуществлять охрану общественного порядка, бороться как бы с преступностью. Это какая-то романтика больше, да, в юности. А уже придя именно в работу полиции, уже поняла в действительности, чем я хочу заниматься, какую пользу нести. И вот я считаю, что я занимаюсь своей любимой профессией. А вот младший сын Рамиевых, Динмухамед Кудайберген, вот уже на протяжении 6 лет работает оперативным сотрудником. Мужчина признается, он пришел по зову сердца и с самого начала был уверен в выборе профессии. Для него отец всегда был и остается примером для подражания. Потому он был бы рад, если его дети продолжат семейную династию, рассказывает Динмухамед. С рождения в отце видел героя, можно сказать, даже супермена, да, который он для меня является. Видя это с детства, я решил, то, что это тоже мой путь бороться со злом, бороться с преступностью и внести свою лепту какую-то в развитие независимого Казахстана. За плечами семьи Рамиевых сотни раскрытых дел. Общий стаж службы династии полицейских насчитывает уже 59 лет. И это еще не предел. Аида Иманали, Гани Калулов, телеканал «Алматы».